церковь стояла, как будто в ожидании, и напротив их стояло эти три духа, и что-то ожидало. Я знаю, что должна была быть война. У большинства были рыцарские одежды. Mm-hmm. На ком было, на ком-то вообще ничего не было. Или у кого-то были, они неправильно были одеты и были неправильно использованы. Иисус говорит, я не хочу вас вводить в проблемы. Я не хочу вводить вас в искушение, в испытание. Но вы сами заставляете меня делать это. Эта ситуация произошла с церковью. И я хочу, чтобы церковь, она поняла и осознала истину, которую я хочу ей донести. И вот этот месяц, он в большей части показал нам. Церковь сегодня, она стала теплой. Он сказал, скажи народу Божию, почему они не хотят меняться? Чтобы церковь соединилась. В этот трудный момент, в этот проблемный момент для церкви, чтобы они соединились. Бойтесь этого. Бойтесь этого. Если вы сегодня не соединяетесь вокруг видения церкви, если вы сегодня не соединяетесь вокруг пастора, и те люди, которые, те служители, которые сплотятся в единой молитве и в посте, это верные. С ними ты будешь работать.